хочется писать и не хочется. В руках это 100 лет одиночества. Да что такое елки со мной? Сказал бы, что ли, доктор какой? То не отхожу от холодильника. В темноте он вместо светильника. То весело без явных причин. Да просто я остался один. Я не могу уснуть вторые сутки. Что будет дальше, даже думать жутко. В голове лишь дыры. Я не могу больше быть один. И никто не капает на мозги. Можно посидеть чисто по-мужски. Весь день лежу, смотрю в потолок. Опять забыл полить твой цветок. Можно бы, конечно, но все не так. Хоть бейся головой о дверной косяк. Посуду вымыл и сварил суп. А все-таки она лучший друг. Я не могу уснуть вторые сутки. Что будет дальше, даже думать жутко. В голове лишь дым. Я не могу больше быть один. Я не могу уснуть вторые сутки. Что будет дальше, даже думать жутко. В голове лишь дым. Я не могу больше быть один. Хорошо сидите, друзья. Отлично сидите. Подвигайтесь чуть-чуть. Давайте, резиновые ноги. Разомните кости. Ладно, подожду до 10-го, а после сразу в центр Курпатова. Надеюсь, он-то не подведет. А вдруг я уйду, а ты придешь? Я не могу уснуть вторые сутки. Что будет дальше, даже думать жутко. В голове лишь дым. Я не могу больше быть один. Я не могу уснуть вторые сутки. Что будет дальше, даже думать жутко. В голове лишь дым. Я не могу больше быть один. Спасибо!